такой, мы не знаем. Все бренды. Вот это Леша, который я сказала, что брендовый магазин, На очень много в комментариях пишут люди, которые уехали из Азербайджана, живут в разных странах, кто-то в России, кто-то где-то там в СССР, да, и пишут, блин, спасибо, интересно посмотреть на свой родной город, вот, да. А вот дом, где я жил, где я жил, там сейчас у них был магазин. В этом доме. Ага. Нигидара, жена его здесь родилась. Это Зарифа Алиева улица, сейчас тут 10-15 людей стоят. А вы потом сюда спуститесь по переходу. Хорошо. Маршрутное такси, да? Не, не маршрутное, частное. На маленьких машинах или на микроавтобусах? Кто с работы возвращается по пути. А, понятно. Игорь, подожди, сейчас я иду посмотрю, этот крем какой-нибудь. Видишь, иногда таксисты, сейчас, что может там несколько человек, какие-то платы, вот садят крем. Тоже машины собрались. Эти прямоцы. А, это прямоцы, да? А, тоже, да, такси. В общем, такая остановка. Остановка такси автобуса. Неофициальная. Ну, никто их не прогоняет. Вы тоже так же поедете, да? Где Махаев? Да. Забыли мы это.
Мне кажется, нас не слышно. Переход очень красивый.